Так, ну что ж, погнали, погнали, погнали. Ох, стреляю, я с пушки стреляю, ребят. Ох, отлично, давай еще раз, бах. Стреляй, Юра, наводи пушку. Отлично, с пушки. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра, ребятки. И что же мы видим, ребяточки, вы только посмотрите, сегодня у нас зима в драйвахед. Ну что ж, погнали, ребятки, гонки нас ждут. Так, ну что, как всегда, ребятки, или давайте царь горы попробуем. Давайте попробуем царь горы, ну что ж, поехали. Так, разбей как можно больше машин. Вау, я царь горы, уйди отсюда. О-хо-хо-хо. Отличненько, дорогие друзья. И первый автомобиль мы с легкостью разберем. А вот танк, ой, нас НЛО, ребятки, забрало. Внезапная смерть. Это кто погиб-то? Ага, ребятки, погиб, оказывается. У нас. Вы что меня НЛО забирает-то? Я хочу, ребятки, вернуться на землю. Дайте, верните меня на землю. Вау, отлично, дорогие друзья. И это просто замечательно. Так, ребятки, результат 2-2 у нас. Мы разбили с вами две машины. Так, это что, я на слоне, что ли? А что он не едет-то? О, вот, все, поехал. Я на слоне... О, Дед Мороз, ребятки, меня раздавил. Как так-то вообще бывает? Ой-ой-ой, да газу, а ну давай заднюю, малыш. Ой-ой-ой-ой, разбили, ребятки, голову мы себе. Но ничего, хотели продержаться как можно больше на горе на этой... И это просто, ребятки, замечательно. Так, ну что ж, дорогие друзья, вы только посмотрите. Ой-ой-ой, новый рекорд мы с вами поставили. Но мне, если честно, это не нравится. Мне больше нравится, ребятки, знаете что? Мне больше нравится, ребятки, не задание, а, ребятки, вот классическая игра. Разбей сопернику голову противнику. Бах! Ой-ой-ой, ребята, я упал первый, и красному, конечно же, дали очко, потому что я, ребятки, упал. Так, тихо-тихо, я не понял, у меня рука-кулак, ребята, он разбил меня об скалу. Но ничего, тем не менее, ребят, мы продолжаем нашу замечательную игрушку. О-хо-хо-хо, вы это видели, ребята, вот это было прикольно, я на бетономешалке, оп, воздушная подушка и мотоцикл. Конечно же, подушка выигрывает, потому что мотоцикл это дрожпак, что же, он, банан против этого. Ребятки, я на банане против скелета дракона. Вот это прикольно. Таких приколов я не видел еще, парни. Так, отлично, дорогие друзья. Мне очко одно, потому что он ударился там, я не знаю. Что, о, летающая тарелка на колесах. Ой-ой-ой, летающая тарелка моя упала. А там была полицейская машина, ребят, вы видели? Это была полицейская машина. О, зима, Новый год, Дед Мороз. Мы его, короче, сбили, и он разбил голову об летающую тарелку. Это просто замечательно. Так, давайте робот. Робот, ребята, я на роботе. О, вот это взрыв был. Вот это да. Ой-ой-ой, моя голова разбита. Но, тем не менее, ребятки, мы продолжаем играть. Мы не сдаемся. Так, что это? Здесь у нас какой-то экскаватор против кулака, ребят. Ребятки, красный победил. Оказывается, я упал нечаянно. Я засмотрелся на него. И, тем не менее, ничего. О, какой у нас джип. Вау, двука, тут он еще и стреляет, ребята, вы только посмотрите. Ох, мы с пушки ему прострелили голову, вот это прикольно. О, пушка, ребята, на санках, вот посмотрите. Вы только посмотрите, пушка на санках, я на ней разбился. Но ничего, ребят, продолжаем нашу замечательную игрушку. О, Формула-1. Ой-ой-ой-ой. Так, отличненько, и мы заднюю дали, и разбомбекали ему голову, и это просто супер. О, дракоша, а ну давай, дракоша, вперед. О, ребята, мы победим, наверное, отличненько, потому что его машину просто-напросто унесло далеко-далеко. О, ребята, я на этом, посмотрите, мост из костей сделан, он даже скелет висит, ребята. Ой-ой-ой, что это такое у нас здесь, нам надо, ребятки, разбить его нехороший прицеп. Так, мне это уже начинает не нравиться, ребят. Как мы помним, внезапная смерть, это уже, ребятки, начинается. Начинается, ребятки, начинается. Ай, я лава, отличненько, мне очко, он быстрее утопился. Это просто замечательно, ребят, да? Просто было круто. Ой-ой-ой, посмотрите, какая штука. Ой-ой-ой-ой-ой. Там можно об нее, ребята, разбиться. Все, отличненько. А, не, красному. Красному очко, потому что моя голова была в этом...
в ковше, и она как раз разбилась. Отличненько. Синий победил, дорогие друзья. Мы просто-напросто с вами только что выиграли. И это, ребятки, просто супер, я вам хочу сказать. Так что нечего, ребятки, расстраиваться. Поехали. Ох, какой сальто. Ух, тихо-тихо-тихо. Ух, чуть не разбились. Ай-яй-яй, нас разрезала большая пила. Ребятки, нас разрезала большая пила. Но не стоит, ребятки, замораживаться. О, тихо-тихо-тихо. Да что ж такое, я да не успел даже оглянуться, как снеговик меня разбил. Ребят, ой-ой, тихо-тихо. Это у нас машина-бомба такая. Тихо. Тихонечко. Ха-ха-ха, он упал, ребятки. Отличненько, он упал за ринг в лаву. Да, ой, я на мотоцикле, я призрачный гонщик. Ха-ха, он разбил себе сразу же голову об льдину, дурачок. Ха-ха-ха, вот это прикольно. О, мороженовозка. Ой-ой-ой, меня разбило колесо. Вот это да, надо быть более аккуратным, ребятки. И более бдительным. Ой, я на дракошике. Дракошик вперед. Ой-ой-ой, ребятки, меня он подорвал, если честно. И я не сумел. Ребятки, давайте крабик, машина крабик. Давай газу. О, отлично, ребят. Меня забрало НЛО, а его раздавило, ребят, вы видели. И я успел увертеться. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Ай-яй-яй-яй, ну тут ничего не поделаешь. Он колесом заехал мне прямо, ребяточки, в шлем. Но не будем, ребятки, о грустном. Давайте продолжать наш... О, бензовоз, и я, как всегда, разбит, но это понятно. И, ребяточки, давайте продолжим. О, я на мотоцикле, ребят. Вау! Вау! Ай, ребяточки, как я так мог разбиться? Разбил скелет свою голову. О, я на чайнике. Ребята, я катаюсь на чайнике. Вы такие приколы видели когда-нибудь? Но меня на каре он все-таки сумел одолеть. Но ничего, ребятки, я продолжаю играть. Ой-ой-ой. И на санках тоже меня кулак, так сказать, протаранил, но ничего, не стоит, ребятки, на это вообще вестись. Это полнейший, ребятки, бред. Так, давайте по новой, ребят. Ох, машина бензопила, ребят. Ну, я улетел за ринг, конечно, и красному очку. Красный тоже утопился, но утопился позже, чем я, но все равно он тоже проиграл. О, пингвины падают, ребят. Ох, красный куда-то улетел, и мне очко сразу дали. А я сальто сделал. Ох, ох, тихо-тихо-тихо, что это у нас... Отличненько, ребяточки, мне очко, потому что красный только что разбился. И это было, конечно же, прикольно. О, ребят, я на каком-то катафалке, посмотрите. Ой, меня опять разбили. О, трактор! Я на тракторе, ребята! Вау, ребята, вау, я ударился в головой. Но ничего, мы не сдаемся. Поехали на самосвале. Посмотрите, он на коровье. Вот это прикол, он на коровье ехал. Так, что здесь у нас? Вот. А здесь у нас буквально следующее. А вот так вот ты не хочешь? Отлично, мы его наказали, ребятки. И продолжаем. Ой-ой-ой, здесь нас, ребятки, конечно же, победили. Так, ну что ж, ребятки, мы, так сказать, на модном мотоцикле. Поедем, посмотрим на эту страну, что она из себя представляет. А я могу ездить, ребятки, и той, и другой стороной. Я таких приколов еще не видал, но все равно трактор, так сказать, ребяточки, меня победил. Так, ну что ж, погнали, погнали, погнали. Ох, стреляй, я с пушки стреляю, ребят. Ох, отлично, давай еще раз, бах. Стреляй, Юра, наводи пушку. Отлично, с пушки выстрелили ему прямо в череп. Круто. Ой, машина-динозаврик. Бим-бим-бим-бим-бим-бим. Газу, 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 убегай от того нехорошего. От того нехорошего магнитной машины. Ой-ой-ой, тихо, динозавр. Ты чего? Будь аккуратным и бдительным. Так, ребятки, я ничего не соображаю. Мне надо выиграть, наверное, как-то, да, эту гонку. Вам это не кажется? Ребятки, там пила, надо толкать его, чтобы он попал первый под пилы. А, нет, ребятки, ему очко, потому что он высадился мне на голову, ребят. Из-за этого ему дали очко. Ой, я скелет. Знаю, скелет на машине ездит, ребят. Вот это прикольно, да? Еще и на полицейской. Скелет на полицейской машине. Вы когда-нибудь такое видели, ребятки? Это, конечно, серьезно. Ой-ой-ой, красному очку, ребят. Так, а что это здесь у нас? Хо-хо-хо, вот это прыжок. Отличненько, ребятки, просто супер. Так-так-так, подожди, теперь назад, теперь вперед. О, я машина-пушка, ребята. Я машина-пушка, а что это? Не могу перевернуться-то. Машина-пушка, переворачивайся на колесах.
Я перевернулся, ребят, и не могу ничего с собой сделать практически вообще. Ребятки, а вода-то заполняет пространство? Красный, ребятки, победил. Но ничего, ребятки, не стоит отчаиваться. В следующий раз мы обязательно выиграем. Так, ну что ж, дорогие друзья, если вам понравилось это видео, обязательно ставим пальчик вверх. Я тебя очень люблю, дорогой зритель. Подпишись на мой канал, если ты еще не подписан. Если же ты не знаешь, что это такое, это такая красная большая кнопочка. Также нажимаем на колокольчик, чтобы не пропускать все мои новые видосики на моем канале, которые выходят, ребятки, каждый день. А я вас, ребятки, очень сильно люблю. С вами был, как всегда, Юра. Пока-пока.